Ребятки, если вы хотите получить новенький iPhone, деньги, много конфет или игровой компьютер, то прямо сейчас успейте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик за 3 секунды. Начинаю отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Ставь лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Последняя цифра лайка – это и есть ваш приз. Кто успел, тот умничка. Желаю приятного просмотра. Нет, ну эта старая калоша, блин, вообще не собирается, никуда не торопится. Бабка, давай быстрее. Внучатый, всем привет, с вами я, дедушка Гренни. Короче, с бабкой мы все не планируем провести ревизию в нашей подземной деревне. Кажется, они там совсем, никого не слушают, знаете, и нас перестали слушаться. Мы раньше жили в добре, в радости, там туда-сюда, и они помогают нам. Мы помогаем им, а сейчас что-то звоним, а они как-то трубки кидают, хумить начинают. В общем, непорядок. Сейчас пойдем с бабкой разбираться. Ну, а пока что бабка там чем-то занята, калош, наверное, старую надевает. Вот, короче, и это, внучатый... Ты сейчас доболтаешься? Я, короче, хочу вам рассказать. Бабка, ты слыхала новость? Какую новость? У хулигана канал появился. Конечно, слышала. Вообще-то я своих внучат уже предупредила, если что. А, вот. И короче. И это, внучата, я вчера тоже в сообществе писал, но, может быть, кто-то не знает или не читал. В общем, у хулигана появился канал про реальную жизнь. Он переехал в дом, все показывает, рассказывает, с лицом записывает. Короче, как вы это любите, обязательно перейдите, посмотрите, подпишитесь. Ссылочку я оставлю в описании. У Вашки, уж дедули, внучат, обязательно посмотрите этот ролик до конца. Но сначала мой, а потом его. Вот, это важно. Важно, вам дед когда-нибудь что-нибудь глупость какую-то говорит? По-моему, никогда вас дед не подводил, поэтому сейчас, внучата, каждый, смотрим своими глазами, каждый должен пойти посмотреть тот ролик. Обязательно. Ладно, все, внучата, короче, вы меня поняли. Так, бабка, ты что, бабка? Бабка? Бабка, ну ты что, уснула, что ли? Тихо, я сижу в шкафе. Я дай тебе... мне, так сказать, это ауру поймать. Баб, какую ауру? Собираемся по шли. Ой, бабка, какая у тебя дым? Фу! Так, быстро вернул мне дверь. Это мой шкаф. Был. Так, да я сама. Отойди, я тебе говорю. Все. Пошли. А, все? Господи, как это закрываться-то интересно. Да что ты хочешь от меня? Ну, бабка, пошли в деревню, мы вчера... Бабка, надо с утречка застать их перед работой. Ладно, пойдем, я еще чайку сейчас хлебану. Бабка, да какого чайку? Пошли уже. Бабка, я тебе сейчас чай... Тебе в кружку. Так, на тебя. Бабка, ладно, короче, пошли. Да, бабка, пошли, говорю. Да сейчас иду. Так, подожди. Сейчас я платье переодену и сразу пойдем. Какое платье, бабка, надо им это... Бабка, я буду на тебя смотреть и внучатам показывать. Пошли, чтоб тебе стыдно было. Так. Дед, чё я тут, короче, решил надеть? Чего? Покажу. Так, сейчас, смотри. Сейчас я тебе покажу, а ты мне скажешь, красиво или не очень? Не, о, боже мой, глаза мои не видели, пошли. Это моя красотка-то какая. О, боже, на тебе дверью, пошли. Так, ах ты мне дверь, значит, сам иди, и все. Бабка, ты хочешь, чтобы тебе деревня... Обиделась я на тебя. Хорошо, значит, деревня больше мы не наша тогда будет, не наша. Это не наша, это... Ха-ха, не наша, ты что совсем что ли? Да потому что ты уже, бабка, не торт. Это ты не этот, не пончик вообще-то. Пошли давай, короче. Я вообще-то иду, не булькайте мне. Давай, скорее, по ступенькам. Опачки, оп, кто первый? Я первая. Бабка, а что за дверь? Открывай. Чего? За дверь это что такое? Я никакой двери не вижу. О. Где? А, да я не знаю, может я что-то туда нафигачила? Ну ты помнишь, что там? Да не помню я ничего, это вообще не моя дверь. Ну туда пошли. Так это жители, наверное, сделали. Пошли, посмотрим. Это что-то... Это такое... Я знаю их, это папа и мама хулигана. Здравствуйте, а вы что тут делаете? Ну как, мы тут это мимо проходили. Что вы тут делаете? Да мы тут это мимо проходили. А что это вы тут делаете, я спрашиваю? Да. А это кто такая маленькая? Почему она очень похожа на вас? А, что-то я не понял, это что за малышечка такая? И где хулиган? Вообще-то это моя мама и с папой. Подожди, а хулиган же говорил, что не это. У него нет сестер, братьев. Ну-ка, что-то тут. У него и нету, мы скрывали все это время. Зачем? А почему скрывали? Потому что она больна. В смысле больна? Неизлечимой болезнью, нам врачи поставили ее еще 3 года назад.
Ого! И что, и поэтому вы скрывали от хулигана, что у него есть сестра? Ну да. А что такого? Да в смысле, что такого? Это вообще-то ненормально, если что. Бабка, ну-ка пойдем поговорим. Бабка, бабка, пошли. Ага, сейчас вернемся. Так, бабка. Где ты это слышал? Где ты это бабка, слышал? Бабка, я знаю только одна. Бабка, ты должна поставить на уши все свои книги и вылечить ее. У хулигана сестра была. Сестру? Конечно. Бабку ее надо спасать. Не знаю. Может, ему не надо их знать? Бабка, наоборот, надо ее спасти, чтобы он знал. Прискинь, хулиганы, сестра, что ж они тут творить-то будут? Ну, давай, подожди. А давай сначала спросим. А вдруг он не откажется от моей помощи? А, ну, давай, пойдем спросим. Иди, пойдем. Так, ну, короче, так, мы тут порешали и спрашиваем у вас. В общем, смотрите, какая тема. Бабка, она же великая, это колдунья, в общем, это молдунья, в общем, умеет все делать. Вот, а в общем, это, вы согласны, если она попробует вылечить всякими зелечками там? Не-не-не, вдруг она ее еще больше искалечит. А так она же все равно нездорова. Так, я бы попросила, вообще-то я тем нормально более, лечу. Тем более, ничего делать не надо, просто зельки всякие пить. Плохо будет, вернем обратно. Слушай, ну, может быть, пусть она попробует. Конечно, конечно. Да я тебе, да, ну дайте мне хоть одну попыточку, бабушка, такое зелье сварит, чтобы такого вот это, все так вы мне расскажете. Да. И чем она больна? Че, как а как ее зовут-то вообще? А бабушка все... Чего? Как зовут-то? Ты меня спрашиваешь? А, да ты, нет, слушай, нет. Я думал, ты спрашиваешь, как меня зовут, я думал, ты что, дед, совсем охренел, что ли? Да не, я про малилышку. Ее зовут Лерочка. Ага. Как еще раз я не расслышала? Лерочка. Лерочка. Валерка, что ли, я не понял, это что, Валерка? Сама... Лерочка. Лера и Валера, это разные имена, бабка, ты ей старуху совсем вообще-то не шаришь. Это Лерочка, это Валерия, если ты не знал. Значит, я... это Валерка. Ну, Лерочка, не Валерка. Лерочка. Ладно, все, бабушка, давайте тогда лечите. Да, бабка, так, меньше слов, больше дела. Сейчас я вам тогда напишу книгу, чем она болеет, какие у нее симптомы и вообще... Да, да, пишите, а мы тут пока надо площадь это. Ой, давай, а мы пока тут это... Дед, ты мне тут это зельево штуки поставь, пожалуйста. Да ставлю, бабка, делаю с ними тоже свой этот плащ, бабка. Это надо прикрыть немножко. А то с тобой никто сотрудничать не будет. Ты как я не знаю, кто смотришься, плащ сними свой. Этот. В смысле плащ? Это вообще-то юбка. Ну юбку я туда, не знаю. С ними я что, буду голая, что ли, ходить? Бабка, у тебя нормальная ночнушка. Так, что я забыл спросить? В смысле, я не хочу в ночнушке, я хочу ходить в юбке. Ага. Симпатичная очень юбочка. Вот, это правильно. Вот это верно сказала. Симпатичная. Заряжаем пузырьки. Так, это папа хулигана. Вы могли бы немножечко тазом сдвинуть? А то вы стоите я немножко. Я не мог, я хочу все контролировать. Ладно. Ну да, за бабушку, конечно, глаз да глаз, а то что да. Бабушка, сейчас бабушка обидится, вообще ничего не будет делать, если что. Да извини, бабка, ну просто я не доверяю тебе. А не надо мне доверять вообще-то. Сейчас я пузырьки сама заряжаю. Заряжаю пузырьки. Так. Бабка, где читай уже книги. Давай, делай. Ну сейчас он. Так, вы написали мне книжку? Да, вот возьмите. Так, хорошо. Так, а симптомы, так, симптомы, ага, как это проявляться, так, ага, ага. Так, о, зелье, кажется, много, внучата надо будет. Чё, нет. Чё? А, ты мне только не говори. Мне понадобится, знаешь чё, у меня нету ингредиента. Какого? Иди сюда, иди, говорю. Идём, сейчас мы придём, ага. Ой, о, чё, дед. Какого? А. Короче, знаешь чё? Чё? Для вылечения этой болезни знаешь, чё надо? Чего? У нас дракона. Ёкарный папа, я помню, как мы в прошлый раз его ловили, этого дракона. Нет, дед, иначе никак не получится. Только глаз дракона. Так, так, так. Где мне взять его, скажи мне? Это надо, понимаешь, куда-то сходить? Ты понимаешь, куда надо сходить? Да, это процесс нелегкий. Вот именно, поэтому неделю надо сходить туда. Добыть этот глаз дракона. Потом, короче, сварить это все, запаковать. Ой, неделю минимум. Короче, пошли, бабка, поговорим. Так, в общем... А мы тут бабкой посовещались. Не, вылечим. Но, короче, нужно за неделю собрать все нужные ингредиенты. Это мы берем на себя. А с вас нужно девочке дать покой и хорошее жилье. То есть сделать здесь нормальный дом. Нет. Чтобы был воздух свежий, чтобы было общение. Она же умеет общаться. Почему с хулиганом не позовем? Она не умеет общаться. А хулиган ее научит, я знаю хулигана. С болезнью она не открывает рот даже, у нее ни звуки не издает. О, бабка, беда какая, бабка. Так я тебе говорю, через неделю бабка. Все. А я все придумал. Так если у нее болезнь, то такая, а может, бабка, ты ей зелье говорливости кинешь? Ну-ка, попробуй. Нет, это потом. Ладно, мы, короче, вернемся потом. Скоро. Делайте через ремонт. Через неделю, а вы пока тут обустраиваетесь, да. Так сказать. Да.
Мы хулиганам скажем. Я не знаю, бабка, давай сначала все найдем ингредиенты, дракон а потом уже... Дракон нужен, дед, дракон. Все, бабка, с завтрашнего дня начинаю готовиться. Все, с сегодняшнего дня. Все, бабка, все. Отлично, давай, пошли. Я пошла в свои кладовые схожу. Давай, давай, короче, внучата, все, сейчас будем готовиться для того, чтобы глаз дракона получить, чтобы спасти, это, сестренку хулигана. Короче, все, внучата, я погнал делами заниматься. Всем удачи, всем пока.